Итак, друзья, привет! С вами Акер Механик. Сегодняшнее видео постараюсь сделать кратеньким. В связи с тем, что летом, зимой, в принципе, с дороги летит всякая чача, особенно гудрон, продукты износа там, колодок и так далее, они впиваются в ваше лакокрасочное покрытие. Так вот, есть такое заблуждение, которое везде впаривают, в том числе наши российские недобросовестные производители, что обезжириватель и антибитум — это одно и то же. И в то же время большинство наших российских производителей впаривают реально обычный керосин. Так вот, сегодня мне ребята подсказали очень дешевый способ, как можно сделать своими руками дешевый, там в районе 40-50 рублей за литр, обезжириватель-удалитель битума, и он будет безопасен, в первую очередь, для вашего лакокрасочного покрытия вашего автомобиля. Потому что такие вещи, как ацетоны в прямом виде, white spirit в прямом виде, керосины, они плохо влияют на ваш лак, и он делается мутным. Сейчас я вам об этом расскажу, и мы сделаем вместе с вами. Так вот, смотрите, пацаны, вот вроде бы автомобиль чистый, да, но я вот его трогаю, а он весь как бы в таких вот, как бы крошки такой вот, весь шершавый такой. И руку берешь, вон она, видите, вот вся в черных таких точках. Обработка обезжиривателя стоит в среднем 200-250 рублей. И причем, как правило, льют керосином. Чтобы не портить свое красочное покрытие и дешево обрабатывать свой автомобиль, сейчас мы с вами сделаем дешевый удалитель битума. Очиститель кузова. Керосин. Обезжириватель кузова. Удалитель битумных пятен. Керосин. Вот еще такой. Тоже керосин, либо бензин калоша. 200 рублей. Вот еще один. Керосин. Короче, это нам все не нужно. Нам нужно другое. Обезжириватель химик содержит в себе нефраз и white spirit. Видите, да? Стоит 250 рублей. Поэтому нам нужен white spirit и второй компонент, который бы нейтрализовал. Итак, цена вопроса. 49 рублей автошампунь, в котором содержатся уже все необходимые нам вещества, которые мы разводим в пропорции 1:1 и получаем некий состав для удаления битума и обезжиривания. Давайте попробуем. Итак, пацаны, как мне объяснили, автошампунь смешивается с white спиритом 1:1. То есть white spirit, как вы знаете, он очень долго выветривается. Из-за этого мы получаем, ну, скажем так, этот неприятный запах. Нам нужно, чтобы все быстро у нас действовало, да, без каких-либо проблем. А это смешиваем. Концентрат наш. И получаем некую эмульсию. У нас получилась вот такая эмульсия. Кстати, пенистая. И пахнет исключительно концентратом. Запаха как такового white spirit практически нет. Ну давайте попробуем. Будет действовать, нет? Берем вот безворсовое полотенце такое вот у меня есть. И давайте попрыскаем. И погнали. В принципе, как любой вот тут, кстати, вот есть давайте подождем. Вот, кстати, есть точки гудронные, которые очень хорошо пристали. Посмотрим, будет ли это действовать. Ну, все остается на салфетке, даже без каких-либо
манипуляций, да, автомобиль становится чистым. Ну, действует, скажем так. Еще разок. Давайте вот тут. То есть, как мне объяснили, вся эта ерунда, именно автошампунь, он нейтрализует вредные свойства для лакокрасочного покрытия. А white spirit в той концентрации, в которой он остается, он именно растворяет смолу и вредное то, что налипло на, грубо говоря, на ваш автомобиль. Вот, собственно, и все. Надеюсь, вам это будет полезно.